Да что, первый период только здорово играл, была одна команда, я говорю. Два периода не было, другая команда играла. Все, вот, один на один период хватило. Потом не поверили в себя, наверное, не верят ребята, что могут достойному сопернику противостоять, выиграть. У меня больше нет ничего. Всех с наступающим Новым годом. Перезагрузимся, съездим домой, отдохнем и 3 числа собираемся, будем работать дальше. Спасибо большое. Ну, наверное, начало, да, особенно первый период. Не то, что не были готовы, да, где-то дисциплина немножко хромала. Получили вроде 3 удаления, дали инициативу соперника. Ну, молодцы то, что второй, третий период показали ребята, да. Самое главное, это желание было, желание победить сегодня в этом, да, заключительном матче этого года. Так что хотел поздравить всех наших болельщиков, всех любителей хоккея с наступающим Новым годом и пожелать самое главное здоровья всем.